Сегодня мы спешим поздравить с чудесным праздником весны учителей любимых. Что лукавить? Вы так прекрасны, Инны. Любуемся мы вами каждый день. Нет краше и прелестней педагогов. Если на урок идти нам лень, то только ради вас идем. Готовы мы на много. Желаем вам, чтоб всегда вы жили, как 8 марта. Посуду, чтоб не мыли никогда. Уж слишком энергозатратно. Уборка не заботила, чтоб вас. Хватает вам и в школе тряпок. Вы лучше отдохните лишний час от нас и от тетрадок. Готовить тоже вам не нужно. Пускай вас окружат заботы. Встречают вкусным ужином. Всегда-всегда после работы. Мы можем много говорить, но если кратко выражаясь, желаю вам всегда любить и ни на что не отвлекаясь. Вы спросите, кто будет дом заниматься, следить за всем и убирать? Готовы мы за что угодно взяться, быть рядом и во всем вам помогать.